Всем привет на канале Ассортимент. Сегодня я вам хочу показать свой отзыв после года использования вот такой вот стиральной машины Electrolux. Как она выглядит, какие у нее плюсы и минусы, я вам сейчас расскажу. Смотрите, вот так вот она выглядит внутри. Покупала ее осенью прошлого года. Сейчас декабрь. И получается прошел год и один месяц. Смотрите, барабан выглядит очень круто. Как новый, в принципе. Резинки тоже очень выглядят хорошо. Вот такие вот у нас режимы. Панель управления. Я очень часто стираю на 14 минутах спортивную одежду после тренировки. Пользуюсь бавовна, бавовна эко, синтетика. Курточки стираю на вот этом вот режиме. Кстати, очень важно, и то, что меня удивило, то, что на режиме куртки, куртки не отжимает. Возможно, так надо, но я была удивлена. И режим спорт очень классно полоскает. Также есть режим антиаллергия, который очень долго пропаривает вещи. Это такая функция не в каждой стиральной машине. Дальше, загрузка до 6 кг. Машинка сама по себе тонкая, но барабан очень вместительный. Вот так вот он выглядит. Сейчас покажу поближе. Вот так вот выглядят завесы. В принципе, все надежно. Пользуюсь я уже год, стираю часто. Вот так вот выглядит машина. Вот это отверстие я еще не чистила. Нужно будет прочистить. В принципе, вот такая вот чаша. Сюда мы засыпаем порошок, сюда кондиционер, сюда дополнительное смягчающее средство. Ну что, давайте посмотрим, как она стирает. Я сейчас буду стирать куртки. Буду их стирать на режиме синтетика. Посмотрим, как она справится, машинка, как она стирает, набирает воду. Панель управления сенсорная. Ну что, давайте начнем. Я засыпала порошочек, как видите, немножко, потому что машина очень хорошо полоскает и много пены получается. Налила кондиционер, смягчающее средство мне не нужно, будем стирать сейчас курточки. Вот я положила куртки, две штуки, и сейчас начнем их стирать. Закрываем. Так, теперь на панели управления, вот смотрите. Я включаю машину, все, она включилась. Дальше я выбираю нужный мне режим, синтетика. Вот он показывает, что 2 часа 14 минут. Но я могу еще уменьшить время вот таким вот образом. Мне долго стирать не надо. Вот, на 52 минуты. Таймер сработает быстрее. И все. Мы нажимаем сейчас play. Но вы можете, если добавляете смягчающее средство, дожать отдельно, чтобы было помягче, выбрать дополнительное полоскание, предварительную стирку, отжим можно отрегулировать. В общем, стираем. Вот, машина заблокировалась. Сенсорная панель довольно жесткая. Вот так набирается водичка. Если честно, это моя третья стиральная машина. Я ней, в принципе, довольна. Особенно быстрой стиркой на 14 минут, которая освежает вещи. Хочу сказать, что вот эта функция антиаллергия. Мне сказали в магазине, что это стирка паром, но это не стирка паром. Это обычная стирка, только более тщательная. Так что, если вы видите такой значок, не думайте. Мне сказали, вы можете одеяло пуховое здесь паром отпарить. Нет, это неправда. Это просто стирка более деликатная. Почему, вы скажете, я стираю куртки на режиме не куртки? Потому что я уже сказала, что этот режим не отжимает,
а мне нужно, чтобы отжал, поэтому я стираю на вот этом. 40 градусов, 1200 оборотов. Ну, хотя мы можем и уменьшить обороты. Все, тут уже не можем, это перед началом старта можем уменьшить обороты, сейчас уже нет. Машина достирала наши вещи, чистые, пахнущие. Я стирала две куртки, ну, в принципе, как обычно, результат очень классный. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, в папке обзоры очень много обзоров. Всю нашу технику я покупаю с помощью кэшбэка, ссылочки в описании. Спасибо за подписку.